Ребят, в общем, нас сейчас вызвала учительница Вероникина в садик. И вызвала не меня, а вызвала Полинку. Да, Поль? Вот. В общем, нужно поговорить. Видимо, конец учебного года, какие-то вопросы накопились. И она хочет с нами поговорить. И мы будем общаться сейчас через Полинку. Вот, я сейчас сделаю такую небольшую видеозарисовочку. Думаю, будет, в принципе, интересно, как вообще мы общаемся с воспитательницами. И с недавних пор буквально мы стали... И буквально с недавних пор мы начали общаться именно вот таким образом, через Полинку. Привет! Папа, подожди, не включай камеру! Почему? Это секрет! Секрет? Я... О, как у них припадно. А? Мама, булай. Юбка. Не, мама, что сегодня за себе вам папанча? Они сегодня играли... А, это новая юбка твоя? Да, порвалась. Ой, как здорово, как интересно. Мама обрадуется. Порвала новую юбку. Поняла? Что ты смеешься? Ты серьезно говорю? Ну хорошо, ладно, все, что. Так. Я плакала там. Ну понятно. Так, что, давай разговаривай. Ты говори ребятам, что она говорит. Жалко юбки, а? Так, что дома? Да понял, да ладно. Как ты так порвала? Тебе наступили на юбку кто-то или что? А как? Они там играли. Машинками там, ну, под колеса сделались, и колеса порвали юбку. Ну ладно, ясно. Скажи учителю, она позвала тебя, чтобы ты... Мама, может зашить? Нет, там уже все выкинуть ее. Это, она позвала тебя, чтобы ты пообщалась. Мама выманула. Ника, ты сегодня吃饭不好。她在家里吃饭怎么样？不好。吃什么？你们吃什么？Что, она говорит, кушаешь плохо или что? Нет. А что она говорит, кушаешь плохо? Да, она плохо. Кушает плохо? Она говорит, что ты не кушаешь? Она даже не ест. И не убирается. Она以前吃很多东西吃. Она когда-то ела очень много, даже прибавляла очень много. 但是今天这段时间她就吃的不好。Сегодня она как-то... 为什么呢? 为什么会这样呢? 家里吃很多吗? 对,很多,她喜欢吃。 Дома хорошо кушает, Поля говорит. Русскую, говорит, еду кушает хорошо. Она говорит, раньше она хорошо китайскую еду кушала здесь, да? Не, она траву эту кушает очень хорошо. Траву? Она добавляет мощность. А сейчас перестала, да? Да. Сейчас она учится. 其他老师上课的就跑到外面那里不上课。Не слушается, да? Она не слушается, она только слушается ее, а больше всех учительниц не слушается. Она бегает туда вот и не слушается. Я тоже, кстати, ребята, через слово понимаю, что она говорит. Она, короче, говорит, все сидят и уроки делают, да, а она отвлекается. Она играет где-нибудь. Ну то скажи, что учителю, что мы с ней поговорим. Мы с ней поговорим, и чтобы она сама тоже, скажи, построже была с ней, чтобы она ее прям садила, понимаешь? Скажи ей, чтобы она вот прямо, если она пошла там села, она ее пошла и посадила, и посадила ее за уроки. Скажи. 哦，我有啊，但是我一出去，他又跑过来这里，他不听阿姨，不听老师的，他就听我的，但是听我的，有时候他也会自己跑过来这里。
啊，那有叫他过来自己坐下，他不肯。Все ее туда, она не, я тут пока что посижу. Она спит, не спит, 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 она не спит, и мешает другим и бьет. Что бьет? Ну, ладно, спит, 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 играет, там еще что-нибудь, ручки там.然后就打扰到睡觉了，小朋友醒。еще мешает другим. Мешает другим, да? Детям. Ну ясно. Ну в общем, что я могу сказать? Наказывать. Да, мы сейчас с ней придем, поговорим обязательно. Но ты учителю скажи, что если она, ну как бы, она должна исправиться. После того, как мы с ней поговорим, она должна исправиться. Правильно? Если она не справится, она нам скажет нам, и мы тогда еще раз тебя накажем. Ты поняла? Не поняла. Мы ему сказали, что она сейчас плохо, она завтра плохо, мы ему сказали, что мы будем сердиться. Она слушается, а других нет. Учиться. По попе я бить тебе я не вижу смысла. Я думаю, что ты должна сама это понять, что ты наказана. Ясно, девушка? Все. Если она будет смотреть телевизор, она придет в садик, а потом не будет это соображать. Понял. Так что не надо вообще смотреть. Надо побольше там смотреть книжек. Хорошо. Сколько у меня уроков, столько ей нужно книжек. Понятно. Вероника, говори учительнице, обещай, что ты будешь ее слушаться. Что так больше не повторится. Говори ей. Может, она не знает, давай я посмотрю. Пообещай учительнице, что ты будешь слушаться ее. Давай быстрее. Что там? А, не вы тинга, что ли? Чэнда ся? Чон миньтин кайши, жэньян шанкэ, ни чё гэн та ичи шан, ца мэо? Пэн нэн лаоши хао ци дэ. Ран хо та вэй лай на шу бао дон си чу ля ван. Ихо зэ ча ли пэн нэн дай ван чу го лай. А, больше ей нельзя приносить игрушки, спать с ними. Почему? Ну, просто нельзя приносить. Что? А, 老师会在里面, 就会来书包里面拿玩具。啊，你在这里，这干嘛？蚊子。嗯。嗯，干嘛？他就会来这里拿玩具，书包这里拿玩具，然后在这里玩。然后人家在教本领，在学习东西的时候，他就是在外面自己一个人在玩，偷偷的玩，不给老师发现。Она короче тут сидит и играет, когда. 书包里面不可以带玩的，以后，知道吗？Больше ей нельзя приносить игрушки, потому что она тут сидит играет, если не увидит учитель. 你说松班下学期了，要幼儿园毕业了。что-то ребята очень много накопилось про Веронику и я прям стою это офигеваю маленечко. Ладно, будем сейчас разговаривать с ней. Давай, Никуся, а ты пообещай учительнице, что ты справишься, будешь слушаться. Давай, ты если ты скажешь, то и на этом мы, в принципе, наш разговор будем считать состоявшимся. Если ты сейчас не пообещаешь ей и не будешь выполнять это, значит, придем домой, будем дома более строже разговаривать по этой теме. Давай, обещай. Я уже пообещала. Сейчас прям скажи ей, прям вот, чтобы я слышал, чтобы ребята слышали, что ты пообещала, что ты будешь слушаться ее, что ты на уроке будешь сидеть слушаться. Хорошо? Давай говори. 不能写写，就去跑去其他地方写写，就跑去其他地方。你在один урок не написала, а потом куда-нибудь поиграть, например, телевизор посмотреть. 这样这样会养成很不好的学习态度。Это когда дома или что? Или здесь? Я не пойму. Когда дома. Ну дома мы занимаемся долго, целый час она занимается. 30 минут? Больше даже.
十分钟他就走了。他сколько минут? Ну час и день или как? 10 минут. 1 минут. И до день или как? Ну, да. Не могу. Что, почему? Нормально. Скажи, полчаса мы делаем китайские уроки. Полчаса делаем китайские, ой, русские. Ты давай вспоминай, как сказать, что ты пообещаешь ей. Они сейчас поговорят. Поговорят, и ты сейчас должна пообещать, и что ты будешь слушаться. Давай быстрее, говори. Давай. Как по-китайски сказать, что я больше так не буду, я буду слушаться вас и буду делать. Давай. Вспоминай. 我都发了版本给你，我说我发了那个版本给家长了呀，但是他那里是写的代表人物，你要注明嘛，你要注明，我已经说了，家庭代表。громко говори。不用说对不起，你要改正了才好，你改不正，陈老师。ну как не надо-то? Это если ты опять будешь повторять? Нет. Что нет? Пообещай ей, что не будет повторять. Пообещала? Пообещала? Ну все, ладно. Клади уроки наши. Коля, ну как тебе поход? Ты справилась? Бай-бай. Вероника, ты вот стесняешься там чего-то говорить. А мне-то как? Я стою, краснею за тебя. Мне жалуются на тебя, понимаешь? А? Через Полину мне жалуются на тебя. И так много главного дела, понимаешь? Скопилось за год. Слышишь меня, нет? Давай-ка будем исправляться, наверное, с завтрашнего дня. Больше, чтобы такого не было. Ты слышишь меня? Все, давай. Мы потом что, в школу пойдем, тоже будем выслушивать от тебя? И Полина к тебе будет ходить еще переводить то, что ты там что натворила? А? Обещаешь? Все, давай будем исправляться. Поля, как тебе поход, разговор с воспитательницей? Не слишком хорошо. А? Не слишком хорошо. Еще раз, что ты говоришь? Не слишком хорошо. Ну что тебе не понравилось? Вероника ведет так себе плохо. Плохо. Ну, она исправится, может быть, а? Она же вроде пообещала, да? А? Да. Ну, ладно. Вот такая вот у нас, ребята, зарисовочка получилась небольшая. Я думаю, что я смонтирую данное видео и покажу вам, как мы общаемся здесь без знания языка. Ну, потому что воспитание, оно должно быть на всех этапах правильно. Ой. Конечно, неприятно все это слышать, потом надо будет как-то это все переварить и до ребенка донести. Да, ребенок? Идет, улыбается. Мультики точно у нас больше не будет. Сразу же приходим, ужинаем и делаем уроки. Ну все, ребята, всем пока. Только на выходных можно ей мультики смотреть. Да. Пока. Ребята, я исправлюсь, всем пока. Всем пока. Ребята, я исправлюсь, всем пока. Ладно, будем надеяться.